Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами как всегда Дилон. И, наверное, очень, так скажем, давно не выходили видео на моем канале, связанные с игрой Ark. Вот, и сегодня решил это исправить. В общем, сегодня я подготовил такой небольшой обзор на мод Structure Plus. Ну, достаточно известный мод, да, как бы он на всех серверах сейчас используется. Редко где его не найдешь. Вот, и совсем давно, ну, где-то, наверное, весной в этом году, вышло достаточно такое глобальное обновление на этот мод, которое внесло еще более упрощенные структуры в игру, не только структуры, всякие различные механики. И сегодня я как бы решил на них сделать такой вот обзор. В общем, давайте приступим. Спонсором данного ролика является мой проект Ark Odyssey, рейты X5 на все, грамотно настроенный PvE кластер со всем контентом, состоящий из трех серверов Valguera, Extinction и Island. Наличие всех видов динозавров, всех видов альфа-динозавров и ресурсов. Проект стартовал, успей занять свою вершину Олимпа. На сервере проводятся каждые выходные ивенты, админ постоянно в сети, сервера оплачены на 3 года, низкий пинг, низкие цены в донат-магазине. Все это вас ждет на проекте Ark Odyssey, все ссылки и IP в описании. Вначале пройдемся как бы по такому не особо интересному и важному, а в конце уже закончим более интересным и достаточно таким продвинутыми механиками. Вот. Смотрите, вначале у нас идет S+, Large Taxidermy. Вот. Она получается, что делать-то? Вы, получается, берете таксидермический инструмент. Вот. Получается, когда у вас будет трупешник какой-нибудь, без разницы, любого динозавра, вы его... К нему подходите, ударяете, и с него падает шкура. Потом эту шкуру вы засовываете сюда, и вот тут есть несколько поз. Вы нажимаете следующая поза, и видите, вот у меня гача. Я ее, получается, убил, разделал, и вот теперь могу менять ей позы. Так, вот следующая поза, следующая, в общем, поняли. Так, не особо важно, но все же приятно. Далее у нас идет S+, Seamless Crop Square. Это достаточно такая интересная штукенция. Она, получается, без парникового эффекта позволяет быстро вырастить, без разницы, что там, турель, потом что еще там, всякие овощи, ягоды, вот. Засовываете семена, по идее, смотрите, по-моему, у нее даже ячеек больше, чем у обычной большой грядки. И она без парникового эффекта также будет быстро расти, как будто бы он там присутствует. Вот, орошается, ну, понятно, мне она не будет орошаться, у меня сейчас никакой воды нету. Вот, получается... Плюс единственный в том, что, во-первых, можно изменить модели. Вот, их тут несколько. Вот, модели меняете, вот так вот. Ну, по удобству. Потом они достаточно так компактно крепятся на фундаменты. Или даже если просто вы их на земле пытаетесь разместить. Ну, в общем, удобная вещь. Дан, все, завершить. Также подобрать можно при необходимости. Вот, ну и в целом-то и все. Так, далее давайте разберемся со следующими механиками. Вот единственное, смотрите, что очень приятно, что добавили, это инцинератор. Инцинератор — это такая мусорка. То есть, если вы не хотите, чтобы у вас там ваши тиммейты или сами вы мусорили, то есть вы просто берете, ставите ее, засовываете туда вам ненужный шмот, и видите, он моментально удаляется. Вот. Достаточно интересная штука. Далее у нас идет S+, Tech Stove. Если не ошибаюсь, это круче всяких грилей. Она достаточно быстро будет перерабатывать, точнее жарить мясо, потом вялить его с невероятной скоростью. Кладем сюда соточку мяса и смотрим. Видите, за несколько секунд, то есть лучше всяких грилей вообще просто моментально. Захотели завялить мясо, кладем нефть, селитру, смотрим, как быстро он будет вялить. Но мне кажется, все равно достаточно быстро будет по сравнению с тем, что вы будете делать это в вашем термошкафе. Так что достаточно полезная тоже вещь. S+, Tech Stove называется. И забыл сказать, кстати, ребята, это все запитывается от тег-генератора. Вот, не дай бог вы там забудете об этом и сначала сделаете все эти приблуды, а потом только вспомните о том, что вам понадобится тег-генератор. Нет, не получится, потому что сами эти вещи, данные все механики, они будут доступны при прохождении боссов. Некоторые, возможно, будут уже сразу доступны, но не все. Некоторые все же после того, когда вы пройдете босса. Так, следующий у нас идет S+, Diarrhea какая-то. В общем, она получается, если не ошибаюсь, она моментально готовит краски. Ну, давайте проверим. Например, древесный уголь нужен и тинтабери. Так, в принципе, подготовили. Кладем сюда древесный уголь, тинтабери. Достоинство данной Diarrhea это в том, что она не требует никакой воды. То есть,
Вы помните, есть у нас, получается, кибловарка. В ней также, если не ошибаюсь, можно делать краски. Вот, но там, получается, надо, чтобы она орошалась, надо проводить туда водопровод и так далее. А здесь вы просто ставите доэрию и выбираете необходимый вам вид краски. Вода, необходимая для краски, уже имеется, вы только заносите сюда древесный уголь и тинтабер, и поехали. Вы видите, то есть, во-первых, она это быстро делает, да еще и в каких количествах. Вот, при этом требуя меньше ягод, то есть, получается, ресурсов требует меньше, а крафтит гораздо больше. Да и причем с большой скоростью. Далее, следующий у нас идет S+ Crystal Cracker. Крекер или кракер, в общем, как-то так. Получается, она предназначена для того, чтобы брать из S+ Item Collector, который уже очень давно, наверное, с модом S+ живет. Она, получается, берет оттуда кристаллы гачи, которые она тем временем собирает с самой гачи. И, получается, она из Item Collector вытаскивает их. Здесь же моментально их раскрывает, и у нее есть такая замечательная функция, как Send to Dedicated Storage. То есть вы нажимаете, и у вас все это автоматически отправляется в ваш удаленный ящик. Их как бы тоже, а об этих ящиках информации достаточно уже много, они достаточно также давно живут с модом S+. То есть они предназначены для того, чтобы хранить вещи в больших количествах, они также их стакают, то есть достаточно удобно и комфортно. И при этом, при всем, если у вас PvP-сервер, у меня PvE, поэтому у меня не работает эта функция, они еще, получается, после того, когда ресурсы сюда забиваются, вы можете сразу настроить их так, чтобы они раскидывали уже в другие ящики, в сейфы и так далее. То есть вот, S+, тег ящик, вот он. Это самый достаточно большой ящик, делается из тега. Он, получается, в чем его превосходство? В том, что у него достаточно большое количество ячеек, вот вы видите. И сейф тот же самый, то есть, вот, S+-овский он тоже больше ячеек имеет. Но это вообще, это уже отдельно сам мод S+, добавляет такие железные ящики. Схема сама сложная, но она очень удобная. То есть вы ставите, сейчас чуть позже перейдем к гача Гавиджер, вот. Получается, вы ставите вот эту гачу Гавиджер. О ней я расскажу чуть позже. Потом, получается, приручаете гачу, ставите ее. И потом, получается, просто включаете ей блуждание. Она у меня сейчас на блуждании включена, да, вроде так. Ну-ка, где у нас поведение? Да. Включаем блуждание и ждем. Я вот еще на всякий случай, чтобы она не убежала за этот купол, поставил радиус-локатор. Вот, и все. И она, получается, из кормушки берет то, что вы ей засовываете, чем лучше. То есть, по-моему, уже были некоторые видео, я смотрел в интернете, что она больше предпочитает. Кладете в кормушку и все, и ждете производства. И можете просто смело вот так вот, я не знаю, взять, курить в сторонке. Далее у нас что по очереди? S+, дрон, терминал. Ну, тут совершенно все просто. Добавляет терминалы, которые доступны на карте Extinction, чтобы вы сделали там мека, этого разведчика или инфорсера. Вот, то есть на любой карте. Достаточно тоже такая удобная вещь. Ну, следующее, то, с чем я очень долго разбирался. Даже информации об этом в интернете нигде не было. Короче, S+ Planetary Shield. Она предназначена для того, чтобы вас на карте Extinction, отмечу именно только на карте Extinction, защищать от метеоритных дождей на всей карте вдобавок. То есть вы построили дом, и вы знаете, что на карте Extinction иногда бывают метеоритные дожди. Вы берете, ставите у себя ее где-нибудь дома. И вот в чем подвох, ребята. Для того, чтобы ее запитать, вы не поверите, вам понадобится 4 генератора. То есть включаем первый, смотрим. Видите, добавляется такая дополнительная ось. Вот. Включаем второй. Еще одна добавляется, третья уже. Включаем третий. И уже появляется такой купол. Это означает то, что она уже полностью заработала. Ребят, не удивляйтесь, почему я 3 включил. У меня 4-й генератор стоит еще в доме. Вот. Он на большом радиусе работает. Вот. Так что не переживайте. То, что у меня там... Ну, чтобы потом не было всяких разногласий о том, что какого хрена ты там 3 включил. Нет, все 4 работают. Вот. Запитали, все, красавчики, ладно, едем дальше. Ну, как же без этого? Это, наверное, все. Мне кажется, когда, как только выпустили данное обновление, первые топ-трайпы побежали крафтить эту лабораторию. Потому что с той скоростью, с которой она все воспроизводит, и с тем функционалом, который в ней имеется, это просто, ну, я не знаю, это шедевральная тема. Потому что, смотрите, она, у нее, в нее вмещен функционал дробилки. То есть она может, получается, вести себя как дробилка и перерабатывать из одного вида ресурсов в другой. Вот. Также хочу отметить достаточно большой объем ячеек. Вот, то есть сюда достаточно много чего можно вместить. Ну и, соответственно, скорость. Так, ну давайте я сейчас закину сюда наркоту и протухшее мясо.
Поехали, засовываем сюда наркоту и протухшее мясо и ставим на крафт сам наркотик. То есть вы видите, да? Я думаю, тут ничего дальше объяснять не стоит. Вы все сами видите, та скорость, с которой она воспроизводит эту наркоту. Вот, и это не только наркоту, это все, что вы здесь выберете и начнете крафтить с точно с такой же скоростью, может даже еще быстрее, вы получаете, вот, пожалуйста, готовую наркоту. Все, едем дальше. S плюс тег рефригератор. Это вообще полезная тема. Она чем хороша, сама вот эта приблуда? Тем, что она сразу без всяких трубопроводных систем орошается сама по себе. То есть достаточно ее только разместить в любом удобном для вас месте. И, допустим, вот давайте выдадим флягу сейчас пустую. Так, вот у меня несколько фляжек. Вы берете, кладете, хоп. У вас сразу она заполняется водой, и если вам необходимо, например, если не ошибаюсь, кто там у нас на холодной воде-то работает? Это, по-моему, фармер, да? Старый, который еще давно был с этим модом. По-моему, нет, он уже не на воде холодной работает. В общем, если вам необходимо будет охладить ее, вы просто вот так нажимаете, и все, и получаете сразу охлажденную флягу. Все, тут, в принципе, я думаю, все. Так, едем дальше. Repair Station. Ну, здесь тоже как бы достаточно полезная штука, потому что если вам необходимо что-то будет починить, вы просто можете сразу либо в нее ресурсы закинуть, либо держать ресурсы у себя в инвентаре, подходите, нажимаете, либо просто сюда закидываете все, что вам нужно починить, нажимаете на кнопочку Repair, и в итоге у вас все сразу отремонтируется. Вот. Я думаю, проверять не надо, потому что здесь и так все понятно. Я думаю, следует перейти к самому интересному. Это S Plus Item Translocator. Если он на каком-то сервере стоит, то это просто можно забыть обо всяких рейдах, потому что если трайбы продвинутые, у них он по-любасу где-нибудь, но в каком-нибудь укромном месте будет. Потому что передавать ресурсы дистанционно, я думаю, это вообще мечта каждого. То есть вы берете, например, здесь есть, кстати, функция, то есть получается, ее можно настроить на автоматическую отправку в другой такой же ящик. Ну, вы берете, короче, закидываете. Закидываете сюда какую-нибудь шмотку. Ну, давайте вот Tech Storage. Выбираете другой сундук такой же. Ну, вот он, например, да? Все, Send All. Хоп, он пишет. Вещи перемещены. Вот, подходим к точно такому же второму сундуку. И видите? Хоп, все. Вот они, шмотки отправлены. Gacha Gavager. Gacha Gavager — это просто полезнейшее, что может быть для данного мода. Наверное, я на второе место все-таки после транслокатора поставлю. То есть, смотрите, вы ее размещаете. Она размещается только на фундаментах. Вот радиус вы уже видите. Сейчас она у меня в полностью рабочем состоянии. То есть вы ее размещаете. Засовываете в кормушку шмотки, которые, или вещи, которые ест Gacha. Мне кажется, если не ошибаюсь, это всякие электрические кабели там и так далее. То есть, ну, можно еще что-то круче, например, какие-нибудь тековские шмотки засунуть. Соответственно, у вас производство наладится и будет намного круче. Единственное достоинство еще данной платформы в том, что она не заставляет смущаться других гач. То есть, если у вас их, например, на вашей базе дохерища, то всяких вот этих вот, то, что у гачи там она любит делать это, стесняться там других, другого пола гачи, то есть, такого уже не будет. Вы берете, размещаете, и единственный еще минус, ну, наверное, это может минус, может и не минус даже, в том, что на этой платформе можно разместить только одну гачу и не больше. Вот, я пробовал двух, но они меня почему-то не хотели уже производство давать. Я не знаю, проверьте вы, может быть, все-таки у вас получится дохерища сюда их вместить, тогда вообще будет зашибись. Так, ну, в принципе, все. С гачей я уже схему вам рассказывал, как она работает. Вот, ну и последнее вроде, да, то, что осталось, это, конечно же, S Plus Tech Forge. Я думаю, ей точно замены пока нигде не будет, даже если вы настроите вашу промышленную плавильню, ну, на сервере там же можно скорость выставить, то с той скоростью, с которой делает вот эта печка, переплавляет, то есть вот вы видите, она может, во-первых, элементы превратить из осколков в обычный или наоборот, в элементную пыль или вот осколки сделать, также бензин, ну и, соответственно, металл. То есть вот давайте проверим. Так, вот мы взяли, получается, ну, например, принесли металл, да, закидываем в эту печку. Вы видите, это просто, это трындец. Вы просто закидываете меньше, чем 1 миллисекунда, мне кажется. И вы видите, в каком соотношении? Обычно, как бы, чтобы сделать один металлический слиток, расходуются 2 металлические руды. А сейчас вы просто закидываете 1000 металлической руды и на выходе получаете 1000 металлических слитков. Я, конечно же, ее на своем сервере запретил,
Поэтому у меня стоит обычная плавилка, вот эта S-плюсовская тоже, Forge Industrial, и все. Я и просто изменил скорость, то есть чтобы был как бы смысл и приоритет игрокам ставить данную плавилку. Вот, в целом, я думаю, все, что необходимо и нужно, я о новом обновлении S+ рассказал. Да, ребят, я знаю, что оно вышло достаточно давно, но тогда у меня просто даже не было сил, даже и просто руки не доходили для того, чтобы снять данный гайд. Вот, но я все же успел. Ну и в целом-то и все, наверное. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Также не забывайте играть на моем сервере, все ссылки и IP в описании. Заходите, кластер PvE, все есть. Вы спросите, а почему у тебя 3 сервера, я вам отвечу. Потому что есть такой замечательный мод, я открою секрет, ну может быть и чуть позже запишу гайд, называется Simple Spawners, который позволяет добавлять живку и при этом не палит сам тотем, откуда они спавнятся. Добавляется любая живка необходимая, которой не хватает, и все. У меня тут 3 карты. Карта Island, карта Extinction и карта Вальгуэра. На карте Вальгуэра есть все динозавры, которые на Рагнаркея и которые на карте Аберрация, даже Риперы. Вот. Фениксы у меня на карте Island. Не забывайте там. Заходите и томите их. Вот. Ну, в целом-то и все. Также, ребята, отдельно уже такой офтопик. Я веду группу ВКонтакте по Атласу, где я перевожу все, получается, обновления, изменения разработчиков, которые они добавляют у себя в Инстаграме, там, где они еще и добавляют в Твиттере, там, в Стиме, на форуме. Я всю эту важную инфу перевожу и опубликовываю в группе. Так что туда тоже не забывайте вступать. Атлас Реборн. Ну, в целом-то и все. Если что-то непонятно, спрашивайте меня в комментариях. Насчет звука прошу не писать, потому что я знаю, что у меня такой микрофон. Но я не могу ничего с этим сейчас поделать. Вот. С вами был, как всегда, Эдзилон. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.